Да, с вами Влад Широков, это мой блог, и сегодня я, собственно, буду смотреть свой портфель. Я его полностью пересмотрел, влетел на 500 тысяч рублей, это Chesapeake Energy, все, мои акции пропали с моего капитала вместо 630 тысяч, сейчас 38 тысяч. Так, вот давайте посмотрим. Что там? Какой-то дичь показывает. Так, 150. Ну, вот было 583 пополнения. Плюс я делал где-то 630, плюс 77. Короче, 500 тысяч. Сегодня 38 тысяч. Вчера 159. Вот она вообще закрыли Chesapeake. И сегодня 38 тысяч. Даже остатки там добил, получается. Видите, 08 тысяч 910 акций. Но у меня осталось. Так, я продаю еще частями Frontier. Мне досталось сидеть в этих помощных акциях. И все, собственно, продаю. Также я продал OhoGen. Как посмотреть события-то, друзья? Так. А вот, блин, события. Я продал, значит, сейчас купил... Купил AMD 57,7, продал 57,89, чуть заработал. Продал с минусом 8 акций Хагена. Ну, полностью все, что у меня было. 60 баксов. Покупал дорого, влетел там на минус 60%. Но мне уже просто достала эта торговля. Русский рынок вообще я рассматривать не буду, потому что тоже помойка помойкой. Но вы смотрите, уже второй месяц, все в минусах, она никак не выползет. И непонятно, что с этим коронавирусом. А та же Америка, то, что у меня избрано. Я вообще все полностью пересмотрел, потому что, ну реально, мне доперла эта хрень, что происходит, мои эти ошибки. Короче, ну, как говорится, без падений нет взлетов. Так, где избранная это боже, лента. Обзор. Некоторые говорят, вот он, типа, что он советует и все дела. Я никому ничего не советую, просто показываю то, что у меня есть. И, типа, кто там очень умный, может смело идти лесом. Я просто показываю свой опыт и то, что я делаю. Возможно, это кому-то поможет, и кто-то как-то приободрится. И, то есть ничего такого страшного нет, если ты потеряешь бабки. Но это жизнь. Можно в любой момент потерять жизнь, поэтому как бы переживать за деньги уж точно не стоит. И, ну, как бы цена ошибки, ничего страшного. Так, погнали дальше. Вот мое избранное. Tesla Motors, AMD, Visa, Apple, Facebook, MasterCard, McDonald's, Netflix. Как мы можем с вами посмотреть, сейчас идет все на рост. Tesla возвращается к своим позициям 917. То есть он люди, которые закинули в Tesla деньги. Да-да. Закинули в Теслу деньги, то они сейчас очень подняли, потому что это 106%. Да, 112 даже процентов взлета. Я понял такую тему, что смысл сидеть в том же Ахагене абсолютно нет никакого. И мусорная акция, как ФТР, она уже просто достала. Я, не знаю, четвертый месяц сижу, и он хуже. Зачем просто я сижу? И я продал ее. Продал Ахаген, вот вы видите, на семерке покупал вообще на 17,8 того падения. Там, ну, колоссальная хрень. Сейчас давайте я вам покажу. Ну, 57%. Ну, 60% влета просто. Цена ошибки. Когда ты выбрал акцию, знаете, я выбрал ее на 18, там, ну, рост. Думал, будет она в рост, новая компания, все дела, медицина. Она просто пошла вниз колоссально. Такие, пощекотал нервишки называется, что он до конца не продает. Еле-еле продает, боже мой.
Что у нас? Ну все в долларах. Жду, когда этот мусор продастся. Это Сбербанк, Татнефть, Татнефть привилегия, вся эта вот мусорная хрень продастся. Яндекс продастся. Буду торговать американскими акциями. Ну, видно, пришло ко мне озарение. И то, что только то, что у меня в избранном. Конечно, у меня бабок-то особо нет. Прогнозы вообще не советую слушать никакие. Это абсолютная лажа и разводняк. Потому что 90% это все не сбывается. Там прогнозы писали про Chase's Peak, что 3, потом этот Тинькофф инвестиции шоу тоже. Там он вложил кучу денег в Chase's Peak, в итоге все прогорело. Короче, никого не слушайте, не смотрите. Если вам нужен мой опыт, то смотрите меня, это не обязательно. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу в видеоформате. И, собственно, я полностью пересмотрел игру. Вот, AMD. Нацелен пока покупать AMD, потому что, он отрастает, нормально себя чувствует. Сейчас, не знаю, жду падения на 57 и 70 куплю. И буду заниматься битком. У меня тоже я такой, проснулся, да, без 500 тысяч. Такой, что-то с кентом своим разговорились. Он говорит, я встрял вообще на 2 миллиона с битком. Я такой, понял, старина. Все нормально. Но такая жизнь, без потери нет, нет и выигрыша. Но это колоссальный опыт, и я там делал месяц 55 тысяч, 3 месяца подряд. Кто знал, что я рискну и влечу. Короче, вам на своем собственном примере не покупайте ни в коем случае акции, которые ненадежны. Вот этот Frontier, там вообще, акции, которые вы не знаете, допустим, не надо брать абсолютно. Русский рынок тоже нет смысла брать. Это все такое, ахинея, чисто суходрочка, что вы будете месяцами сидеть там ради какой-то небольшой прибыли. Но если вам это интересно, окей. Каждому свое, как говорится. Но я для себя выбор сделал. Это только Америка, только нормальные акции. И это будет торговля. Потому что пока я не верну то, что я потерял, я не буду в долгу инвестировать. Вот такая вот у меня стратегия, если вам это хоть как-то полезно. Это рисково, понимаю, что это авантюра, но другого выбора нет. Сейчас я сделаю обзор. Вот смотрите. Боже, куда я нажал? Так, есть события, расчете, аналитик. Вот смотрите, сумма капитала, да. У меня дивиденды. Дивиденды, ребят, 684 рубля, это с 580 тысяч фактически. Но это копейки, оно того не стоит. И полгода с 25 октября по 17 апреля. Сколько это? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть месяцев, как раз полгода. Оно того не стоит. Но я очень рад, что у меня были движения благодаря брокерскому счету, вообще были какие-то, был какой-то капитал. Поэтому, нет смысла расстраиваться, если бы этого не было, то и не было денег вообще абсолютно, и не было колоссального опыта, который я получил. Не было даже вас, которые смотрят, да, этот канал, и которым интересно посмотреть на авантюриста. Такой залет. Буду действовать и дам вам слово, что действую только... Боже мой, как неудобно с этого с компа. Непривычно, просто привык с телефона сидеть. Каталог. Избранное все пока. Буду действовать только этими акциями. Покупка Tesla, AMD, Visa, Apple, Facebook, MasterCard, McDonald's, Netflix. McDonald's дивидендная. Одна есть. Apple там 1% выплачивает. И то редко. Visa тоже, MasterCard дивидендная. Пока дешево, потому что денег нет. Пока дешево, AMD буду на ней спекулировать, собственно. Так, легко по чуть-чуть буду спекулировать. Как раз 8 акций. Еще остались акции русского рынка.
буду, наверное, спекулировать в нем, но я понимаю, что, блин, это какая-то шляпа. Вот реально, он еле-еле, он как кота за яйца тянет. Даже не знаю, вот я записывал ролик, что там делать столько-то надо вложить, чтобы делать столько-то. Но он не дает, понимаете, он тянет, то есть я день в минусе, два в минусе, три, и он вообще не отрастает. То есть у меня цель забрать 1.5%, а я не могу забрать, потому что он падает резко. Они либо, ну, типа, специально это делают, я не понимаю, что вообще происходит. С русским рынком мне очень тяжело. Ладно, там влеты, да, что я влетел на Чезапике. Но тут помимо Чезапика просто вот эта вот тянучка даже того же Яндекса. Ну, вы представляете, сколько я сижу уже? Вот. Раз. Февраль, апрель, март. Февраль, март, апрель. 3 месяца, блядь. Зачем оно надо? Вот для чего это сидеть 3 месяца, чтобы заработать 50 рублей? Охренеть. Ну, это вообще бессмысленно. Короче, я нацелен на американский рынок. Буду понемногу копить и покупать американские акции, их продавать. Так, потихоньку. Думаю, что-то из этого выйдет. Только то, что у меня в избранном. Если вам полезен этот канал, подписывайтесь на него. И всем удачи на рынке. Буду делать обзор вот этих вот акций. Что я купил. Прикольный канал Миша инвестирует. Кстати, он очень подробно все. Это не реклама, у меня нет подписчиков, поэтому рекламу нет смысла давать. Ну вот, то, что у меня Tesla, AMD, Visa, Apple, Facebook, MasterCard, McDonald's, Netflix. Все ни вправо, ни влево, только эти акции. Даю все слово. Сегодня у нас 17 апреля. Итак, погнали. Начало новой жизни, нового движения, нового опыта. И давайте торговать. Пока.